Видновская пожарная часть сегодня встречала гостей. Здесь вместо профессиональных огнеборцев с оборудованием предстояло работать добровольным дружинам, которых на территории Ленинского района уже 6. А начиналось все с совхоза имени Ленина. Около 5 лет тому назад в поселении собрали команду крепких мужчин, готовых прийти на помощь в тушении пожаров. Спорт – неотъемлемая часть нашей дружины. Мы все спортсмены, ребята, центр спорта представляем. Вот. Ну и потом мы любим свое поселение. И просто ради того, чтобы помочь в трудность минут, то своим товарищам, друзьям уже были, да, прецеденты только для этого, только на добровольной основе. Сейчас добровольные пожарные дружины созданы в Булатниковском и Молоковском сельских поселениях и в Горках Ленинских, а также при организациях Дорсервис и Видновском производственно-техническом объединении городского хозяйства. Все они приняли участие в Кубке главы Ленинского района. Валерий Венцель поприветствовал добровольцев и пожелал достичь хороших результатов. Старт первого забега. На старт. Внимание. Соревнования состояли из 2 этапов. Пожарная эстафета. Здесь участникам необходимо было пройти часть препятствий, а в конце потушить настоящее возгорание. И боевое развертывание пожарного рукава. Все этапы фиксировали секундомером. Тяжело в учении, легко в бою. Мы же готовимся, смотрим, на что способны наши команды. Также тренируем, обучаем их. И люди должны быть, наши добровольные пожарные, готовы к тем действиям, которые им приходится выполнять, когда они прибывают к месту пожара. Хорошие результаты показали новички. Одни из них – команда из Булатникова. Добровольная дружина была создана 1,5 года назад, но уже может гордиться слаженными действиями и профессионализмом всего коллектива. Район выезда федеральной части большой. Нужно помогать, потому что бывает, что не успевают приехать в федеральную часть. Мы бываем быстрее там на месте. Вошли туда обычные работники. Вот я тракторист, вот там сварщик со мной коллега, вот мы в одной бригаде работаем. Бесспорным победителем во всех этапах соревнований стала команда Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. В планах у главы Ленинского района Валерия Венцеля увеличение количества добровольных пожарных дружин. На очереди создание отрядов развилки. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Евгений Садовский. Видное ТВ.